Во дворце спорта «Триумф» состоялся кубок городского округа Люберцы по ушу-саньда. Соревнования собрали более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. За выступлениями следил Богдан Колесников. Соревнования объединили спортсменов из 15 городов России. Люберецкий округ представили 25 борцов. За звание чемпиона сражались и новички, и спортсмены, за плечами которых десятки наград. Участие в турнире дало возможность проверить на практике свою техническую и тактическую подготовку. Александра Горбачева, кандидат в мастера спорта. Ушу саньда занимается 5 лет. У меня сестра с братом первые стали заниматься таким видом спорта. И я решила попробовать. Как-то появился интерес. На фоне этого я вот занимаюсь. Дерусь уже сколько лет. Свои навыки на татаме продемонстрировали и самые маленькие участники турнира, которым только исполнилось 6 лет. Чтобы пойти в бою, спортсмен должен, согласно правилам, набрать большее количество баллов за эффективные действия, которые оценивают. Это броски и удары, которые дошли до цели. Те удары, которые по правилам ушу саньда, те удары, которые не доходят цели, они, естественно, не оцениваются. Нет понятия активность, есть понятие эффективность. Вот. Чтобы победить на соревнованиях, а не в бою, спортсмен должен не проиграть ни одного боя в своей весовой категории. По итогам соревнований команда из Люберец заняла второе общекомандное место. В личном первенстве ребята завоевали 6 золотых медалей, 10 серебряных и 5 бронзовых. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.